В День славянской письменности и культуры в Крымском федеральном университете состоялся финал интеллектуальной игры «Что, где, когда» среди студенческих команд. В финале за знание лучших знатоков сразились 7 команд из различных структурных подразделений КФУ. «Что, где, когда» — это игра, наверное, которую в нашей стране знает каждый. Мы с детства, еще наши родители смотрели эти увлекательные телепередачи, и слова «Крутите волчок», «Хрустальные слова» знакомы каждому. И на самом деле, мне кажется, очень важно, что сегодня в стенах Крымского федерального университета развиваются интеллектуальные игры. Ведь мы понимаем, что «Что, где, когда» — это та игра, которая раскрывает творческий интеллектуальный потенциал наших студентов. Почетным гостем игры стал исполняющий обязанности ректора Андрей Павлович Фалалеев, который подчеркнул значимость подобных игр для университета. Я бы, наверное, в какой-то образовательный процесс прям вводил бы такие вещи, потому что это одна из тех современных компетенций, которая нужна им в дальнейшей жизни. Возможно, даже больше, чем просто знание какого-то предмета. В большинстве случаев вопросы ведь «Что, где, когда» они построены таким образом, что не столько вам надо знать, сколько вам надо догадаться. И в этом смысл построения вопросов «Что, где, когда». То есть, если вы просто эрудит и хорошо запоминаете энциклопедию, это одна история, это, скорее всего, вам не «Что, где, когда». А «Что, где, когда» – вопрос с какой-то некой подсказкой внутри, но самое главное, что вы должны сообразить, и в идеале, если вы умеете обсуждать, ловить мысль, цепляться к каким-то вещам, ну, и самое главное, что это мыслетворчество, это один из инструментов развития, поэтому крайне важная компетенция, мне кажется, такие вещи надо в образовательный процесс как можно больше внедрять. Игра прошла в 3 раунда, в каждом раунде было задано 12 вопросов. Несколько из них задал обладатель 2 хрустальных сов, участник телевизионной игры «Что, где, когда» Алексей Блинов. Студенческие команды показали свои способности и проявили себя как игроки, умеющие мыслить нестандартно. Очень много нового мы открыли. Конечно, это много знаний, это обширные, конечно, у нас затрагиваются темы, не только на медицинскую тему, но и на различные исторические темы. Нам очень нравится. Победителями финала чемпионата стала команда исторического факультета Таврической академии. Второе место заняла команда географического факультета, а третье – команда Евпаторийского института социальных наук. Победители получили кубок и памятные призы. В целом все по-разному. У нас команда довольно большая, есть несколько составов. Играем мы примерно уже 3 года. Участвуем в разных соревнованиях – коммерческих, некоммерческих, вот, в том числе и в турнирах академии. В прошлом году мы заняли первое место, в этом году вот в КФУ. Мы долго ждали, чтобы что-то подобное, во-первых, появилось. Старались как-то поспособствовать возникновению подобных турниров. Ну, вот, к счастью, они проводятся. По мнению участников и организаторов, игра «Что, где, когда» обязательно должна стать ежегодной и занять почетное место в традиционных мероприятиях КФУ. Яна Пойманова, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.